Сережа, перестань! Пожалуйста, но это же я, Настя! Чё творим, бро, меня зовут Сарча, он если просто срал уже, припад, писайся на вокал, слово, блядь, Суприм Бандя. Самый лучший бандя на ютубе, ведь, бро, придет время, Суприм Банда будет дать всеми. Кто не с нами, тот под нами, а я, как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Бандя. Самый сильный бандя на ютубе, и, бро, даже сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И банда, сегодня у нас просто мистическое видео, потому что Суприм Банда, я снова купил страшное зелье из Даркнета. И вы не поверите, банда, на это зелье оборотня. Да, раньше уже использовал это зелье, когда смешал все зелья. И там был лишь маленький фрагментик, когда я был оборотнем. Но, банда, сегодня мы отпустим перед целое видео. Посмотрим, что же будет, если только выпить это одно зелье. И, банда, вот так вот выглядит это зелье. Посмотрите, оно полностью коричневое. Такого необычного цвета, еще там в середине что-то плавает в обидно, Суприм Банда. Это просто жесть, банда. Я вам клянусь, я никогда раньше не пробовал это зелье так в одиночку, только когда смешивал. И мне реально интересно, какое же будет последствие. И я полностью превратюсь в собаку, получается, потому что оборотни это собаки. Тем не менее, банда, мы сегодня это проверим. Просто посмотрите, как это зелье запечатано. Ну реально странно, запечатано какой-то резинкой. Раньше у нас не было таких зелий, банда. Тем не менее, банда, мы сидим в 3 часа ночи, потому что, как мы знаем, все зелья работают только в 3 часа ночи. И в 3 часа ночи мы испробуем зелье. Погнали! Окей, банда, зелье оборотни, это просто жесть. Я все еще не верю в это, что я сегодня буду пить это зелье, потому что банда, это второе зелье по опасности. Первое зелье демона. И банда, если вдруг мы на это видео наберем 1000 лайков, то Суприм Банда, я выпью зелье демона, и мы посмотрим, что со мной будет. Поэтому Суприм Банди, допускайся ниже, ставь свой лайк. 10 000 лайков Суприм Банда на это видео должно быть. Ведь мы самые сильно будем на ютубе, значит, что правильно. У нас должно быть самое большое количество лайков. Именно поэтому, бандит, подтверждай статус нашей банды, опускайся ниже, ставь свой лайк. Потому что если ты не поставишь лайк, то какой же ты бандит из Суприм Банды? Банда, не отвлекаемся от темы, лайки это хорошо, но зелье еще лучше. Второе самое опасное зелье, зелье оборотня. Потому что я слышал, когда ты выпиваешь это зелье, ты тоже перестаешь себя контролировать так же, когда с демоном. Только в этом случае ты прям превращаешься в оборотня. И банда, сегодня мы реально исправим это зелье, я все еще в это не верю, Суприм Банда. И тем не менее, банда, кто же такие оборотни? Это такие челики, банда, которые в полнолуние превращаются в собак, волков. Да, это все необычно, банда, именно поэтому сегодня мы испробуем это. Мне реально интересно, каким оборотнем я буду, собакой или же волком. Тем не менее, банда, оборотня. Это обычно полуволки, полусобаки, получеловеки. Это все необычно, все в этом роде. И банда, мне прям не верится. Ой, посмотрите, там что-то плавает черное. Какая-то мошка или что-то типа то. О, глядь, здесь еще какие-то мошки, банда. Это просто жесть. Я все еще на все не верю. Господи, ведь мы реально сегодня будем пить это зелье, только вдуматься в это. И помни, банди, 10 000 лайков, я пью зелье демона. Ждем 3 часа ночи. Окей, Суприм Банда, 3 часа ночи, посмотрите, реально 3 часа ночи, Суприм Банда. Окей, тем не менее, сейчас мы будем пить это зелье. Это просто жесть, Суприм Банда. И банда, также у нас есть еще вот такая вот ложка. Это бронзовая ложка, потому что, как мы знаем, банда не знала, вы знаете, но я специально вычитал об этом в интернете. Бронза отпугивает оборотней. Поэтому, банда, если вдруг я полностью потеряю свою голову, я захочу напасть на Настю, она будет пользоваться этой ложкой, потому что в теле оборотня, превратившись в оборотня, я буду бояться бронзу. Именно поэтому, банда, мы нашли вот такую вот старую ложку, которую уже очень сложно найти, потому что больше таких не делают. И я надеюсь, банда, что сегодня ею нам не придется воспользоваться. Тем не менее, банда, на всякий случай решил ее взять. Вы просто посмотрите на ручку этой ложки, это же просто жесть. Видите это? Реально какие-то необычные фрагменты. Окей, тем не менее, пришло время прийти это зелье, потому что часа уже 3:02. Окей, Суприм Банда, теперь нужно открыть это зелье, понюхать его и выпить. О, черт, это просто жесть, Суприм Банда, я все еще это все не верю. Если честно, банда, я не верю ни в одно видео, которое мы снимаем, потому что это реально ужас. Раньше, если бы мне кто-то сказал, что я буду пить зелье оборотня, я бы никогда в жизни это не поверил. Но сегодня, банда, мы реально пьем зелье из Даркнета, зелье оборотня. Окей, я его открываю, Суприм Банда, окей, готово. Зелье открыто. О, банда, ну реально пах так себе. О, черт, Настя, не хочешь понюхать? Нет, спасибо. Да понюхай. Окей, Настя, понюхай зелье. Фу. О, да, я тебе говорил, ну реально так себе пахнет, Суприм Банда. Как ты думаешь, почему она так пахнет? Не знаю, мне кажется, что скорее всего в зелье вмешиваются какие-то странные штуки, именно поэтому они так воняют. Тем не менее, банда, у нас есть идея такая, чтобы сварить самим зелье из Даркнета. Поэтому если на этом видео вдруг будет 15 000 лайков, то мы сварим сами зелье из Даркнета по рецепту из Даркнета. Надеюсь, банда, вы наберете 15 000 лайков. Возможно, даже вы сможете тогда сварить зелье из Даркнета. Вы только вдумайтесь в это. Окей, тем не менее, банда, я пью это зелье. О, черт, это просто жесть. Так, вы готовы? Окей, банда, где-то вот так. О. Ты реально будешь его пить? Ну да, у меня особо выбора нет, и мы уже начали это делать. О, черт, банда, если честно, я не хочу его пить. Да, видимо, Настя тоже не хочет, чтобы я его пил, потому что это очень опасно. Да еще и воняет. Так, окей, Суприм Банда, я пью зелье из Даркнета. Я выпил зелье из Даркнета. Оно реально такое, если бы вы слышали. Оно было реально у меня в горле. Это просто жесть, Суприм Банда. Окей, Банда, это просто жесть. На часах 3 часа ночи я выпил зелье из Даркнета. И мне пока что ничего не чувствую. Сереж, ты гавкнул. Я слышал это. Сереж, опять. Я знаю, что вообще происходит. Похоже, зелье...
Сереж, что с тобой? Похоже, зелье начало действовать. Чёрт, за припады, что вообще происходит? Сереж, что с тобой? Сереж, что мне делать? Сереж, как-то страшно мне. Перестань, пожалуйста. Панда, что вообще происходит? Я это слышал? Да. Это просто жесть, только сначала. Блин! Черт, это просто жесть, выключай камеру. О, господи, Суприм Панда, с ним что-то не так. Сереж. Сереж, я тебя боюсь. Боже, возьму ложку. Перестань. О, господи, Суприм Панда, что у него с рукой? О, господи, что это? Он начал обрастать. А, страшно. О, господи. Господи, Суприм Панда, что мне делать? Мне страшно. Я надеюсь, скоро пройдет время, и он станет назад Сережей. Мне страшно, очень страшно. Вы видели, его рука полностью обросла шерстью. Просто в шоке, зелье реально начало действовать. Почему он там замолчал? Он гавкал и выл, как настоящий оборотень. Эй, Сереж, ты там? Сережа! Господи, ну и где же он там? Панда, я еще взяла с собой ложку. Он должен ее бояться. Страшно. О, господи, господи, господи. Сереж, даже не вздумай нападать. Господи, останови меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не подходи. Что? Что? Куда он убежал? О, черт, Суприм Панда, вы это видели? Он куда-то убежал. Сереж, ты там? Господи, где же он? Сереж, Сереж, ты там? О, господи. Господи, Суприм Панда, в 3 часа ночи он убежал на улицу. Это просто жесть, мне очень страшно. И тем не менее, я возьму ложку, фонарик и буду идти его искать. Так, Суприм Панда, я взяла фонарь и бронзовую ложку. Как Сережа говорил, она должна помочь. Окей, Суприм Панда, на часах 3:33. Осталось всего лишь 30 минут, но мне как-то страшно идти его искать. Это зелье реально проклятое. Надеюсь, оно проработает всего лишь час, как остальные зелья, а не целую ночь. Если он навсегда останется таким же самым, как и сейчас. Ужас. Ладно, Суприм Панда, я беру кофту, все это, и иду искать Сережу. Суприм Панда, я беру все необходимое и иду искать Сережу. О, Сереж, ты вернулся? Сереж? Сережа? Сереж? О, господи, Суприм Панда! Нужно его идти искать, быстрее! Сереж! Сережа! О, господи, Суприм Панда, я не знаю, где он. Я что-то вижу. Там что-то есть. Это же кофта Сережи. А где же он сам? Вы слышите это? Боже, он где-то там. Сереж! Сережа! Суприм Панда, я дошла до какого-то леса. Но где-то здесь он выл, я слышала. Здесь реально огромный лес. О, боже! Вы видели это? Там реально кто-то пробежал. Я видела, это был Сережа. Господи, он где-то здесь, я знаю. Я прибежала по его стопам. О боже, вы это видели? Там кто-то пробежал, я видела. О боже, это так страшно. Вы видели, там опять пробежал кто-то. Я уверена, это был Сережа. О господи, он где-то здесь, я слышала его. О боже, я вижу, здесь кто-то бежит. Мне страшно, очень страшно. Господи, скоро уже 4 утра. А если я его не смогу найти? И он сам заблудится. О, что он мне... Сереж, Сереж, что с тобой? Господи, Сереж, перестань. Сережа, перестань. Ну, пожалуйста, но это же я, Настя. Боже, что? Что, Сереж? Сережа. Ты такой страшный, ну перестань, ну пожалуйста. Сереж, мне страшно. Господи, не подходи, пожалуйста, не подходи.
Господи, перестань. Мне очень страшно, Сереж. Что? Сережа. Господи, стой, Сереж, стой. Господи, куда же он делся? Куда убежал? Как мне теперь его найти? Господи, ребят, я не знаю, что делать. Господи, я кого-то там слышала. Сережа, это ты? О, это Сережа. Сережа, успокойся, пожалуйста. Стой, не подходи, не подходи. Отойди, не подходи, я тебя боюсь. Не подходи, говорю. Боится и вправду. Не подходи. О, Господи, какой он страшный. Не подходи, говорю. О, страшно, очень страшно. О, Господи, вы это видели? Он реально боится бронзовую ложку. О, Боже, что мне делать? Он опять убежал. Что делать? Ужас. Скоро 4 утра. Как мне его найти? Это просто жесть, ребята. Я не знаю, что мне делать. О, Господи, Supreme Банда, уже 4 утра, я стою на своей улице. Я вернулась с лесу, его нигде нету, я не могу его найти. Кстати, на небе нету луны. А что, если он нашел себе стаю и убежал с ней? Я что-то слышала. Кто это? Сережа, это ты? О, Боже, Сережа! Стой, стой, Сережа!